Утро доброе, Красноярск. Спасибо, студия. У меня здесь, как видите, продолжаю впадать в детство. В руках у меня комиксы. Нахожусь я в магазине комиксов. Такой чиллаут-зону себе нашла. Вот очень интересно. Тут про Человека-паука, про Железного Человека уже успела прочитать. А все это не случайно, а потому что у нас завтра в 19 часов здесь, в магазине комиксов, будут проходить занятия по комиксологии. И рядом со мной как раз находится один из комиксологов, это Сергей Черкасов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сергей, ну расскажите, для кого предназначены вот такие занятия? Для всех желающих, кто интересуется данной тематикой, комиксами, фильмами, мультфильмами, сериалами. О чем будете рассказывать? Какие главные вопросы? Главный вопрос о том, как разобраться во всей этой большой теме, по хронологии, ну и в каком порядке это все читать, чтобы было понятно. То есть получается, что еще во всем этом нужно разбираться. Неважно, нравится тебе, не нравится, еще нужно и разбираться во всем. Да, естественно, как-никак. Ну как нравится, не нравится. Естественно, должно нравиться, чтобы было желание разбираться в этом. А просто у нас как... Как давно вообще комиксы в России появились? Ну... Комиксы, они вообще еще с самого распада появились Советского Союза, как бы. Тогда начали они выходить на русском языке массово. Ну, как массово, не так, как сейчас. Сейчас так вообще все заполнено комиксами просто. Но тогда вот первые шаги были, сейчас их гораздо больше. А в Красноярске популярны ли комиксы? Сколько вот человек в день к вам в магазин приходит и покупает? Или просто поглазеть приходит? Да, достаточно много людей интересуется, ну и вообще как спрос, он все больше и больше становится, увеличивается интерес к комиксам, как и в Красноярске, так и в России в общем, в принципе. Все благодаря, конечно, фильмам в большей степени, но много людей... А вот что популярнее, DC или Marvel? Меня всегда интересовал этот вопрос. Объективно или объективно сказать? Объективно, если говорить, то они равноценны, в принципе, и одно, и второе издательство одинаково любят в России, но я лично считаю, что Marvel лучше все-таки. Ну, вы сами давно интересуетесь комиксами, вот. Можно ли вам доверять как эксперту, профессионалу в этом вопросе? Ну, как давно? Сколько себя помню, можно так сказать, с пеленок, можно сказать, комиксами увлекаюсь. Еще совсем, совсем даже не супергеройских комиксов, даже так можно сказать. А давайте напомним с вами, как все это будет проходить, где, когда, для кого, кого пригласите. Это будет на Ады Лебедевой 149, будет проходить завтра в 7 часов вечера. Приходите обязательно, лично я, может быть, тоже посещу данное мероприятие, мне кажется, очень интересно. Юля, Леша, вы вообще как к комиксам относитесь, интересуетесь этой темой?